покажу. Я всегда и помолоду был такой. Сейчас. А сейчас кто? Маркус. Добрый день, дорогие земляки, уважаемые назаровцы и гости славного города на берегу реки Чулым. Сегодня мы вновь рады приветствовать вас на одном из самых ярких культурных событий года, седьмом Назаровском кинофоруме отечественных фильмов имени Марины Ладыниной. Для нас особая радость вновь принимать фестиваль на Назаровской земле, родине легендарной советской актрисы, лауреата 5 сталинских премий Марины Ладыниной. Эта добрая традиция нашла искренний отклик в сердцах всех горожан и объединила представителей разных поколений. Встречаем долгожданных гостей седьмого Назаровского кинофорума отечественных фильмов имени Марины Ладыниной. Народная артистка России Ольга Волкова. Народная артистка России Елена Цыплакова. Народный артист России Игорь Скляр. Композитор, поэтесса, певица Ирина Грибулина. Артист театра и кино, телеведущий Вячеслав Манучаров. Почетных гостей Назаровского кинофорума, жителей и гостей города приветствуют исполняющий обязанности министра культуры Красноярского края Елена Николаевна Мироненко. Исполняющая обязанности главы города Ольга Владимировна Мартус. Народная артистка России Елена Цыплакова. Добрый день, уважаемые жители города Назарова, уважаемые гости. Для нас каждый год великое счастье встречаться здесь, на этой славной сибирской земле, которая является родиной очень многих талантов. Ведь Красноярский край – это родина Василия Ивановича Сурикова, Виктора Петровича Астафьева и, конечно же, многих-многих других знаменитых людей, наших земляков. И буквально совсем скоро будет праздновать юбилей наш выдающийся земляк Дмитрий Хворостовский, с которым мы его будем поздравлять обязательно. Поэтому встречаться здесь вновь и вновь на кинофоруме именно отечественных фильмов, которые прославляют Россию, прославляют Сибирь, прославляют каждый регион страны, конечно, особенно почетно. И мы рады в этом году уже седьмой раз вновь встретиться здесь с вами. Потому что где мы находимся? Памятник открыт нашей знаменитой землячке Марине Алексеевне Ладыниной. Именно благодаря появлению кинофорума, который появился в 2011 году. С 2011 года зажглись несколько новых звезд. Получается, у нас уже целое созвездие самых именитых актеров, которые оказываются здесь, в совсем небольшом городке. Но, как это ни удивительно, более 50 самых знаменитых людей России оказались у нас здесь в гостях, и мы их каждый раз встречаем с огромным удовольствием. В этом году тема форума звучит как «женщина», причем хэштег «женщина», потому что мы недалеки от новых влияний информационных технологий.
Марина Алексеевна была сильной женщиной, выдающейся. И как изменился сейчас образ женщины, мы все это тоже рассматриваем. Поэтому будет специальная молодежная площадка, где будут наши современники обсуждать, что же такое сейчас современная, сильная, независимая, целеустремленная женщина, но всегда искренней, с открытым сердцем. Такая, какой всегда была Марина Алексеевна Владынина. Я всех вас поздравляю с открытием. Спасибо. Добрый день. Дорогие назаровцы, уважаемые гости, наверное, у каждого из нас остались свои собственные воспоминания о Марине Алексеевне Ладыниной. И, наверное, человек именно такого масштаба для нас всегда был и будет и гордостью, и праздником. В течение 7 лет мы встречаемся здесь, на Назаровской земле, с актерами, гостями, которые приносят в нашу жизнь радостные моменты. И пусть сегодня зажигаются все новые и новые звезды в этом парке, который соединяет прошлое и настоящее. И от себя лично, и от назаровцев я хочу поблагодарить сегодня каждого актера, который приехал к нам, каждого гостя, который сегодня вместе с нами разделяет эти праздничные минуты. И хотелось бы еще раз сказать: с праздником, назаровцы! Добрый день! От всей души тоже хочу поблагодарить вас всех, и руководителей, и организаторов, и от нашей всей компании актерской, которая сюда приехала, потому что для нас это вообще очень трогательное событие. Память – великая вещь. Очень многие актеры, к сожалению, уйдя из жизни, их не вспоминают. Они уходят из жизни в очень сложной ситуации. Ведь судьба тоже Марины Алексеевны была очень сложной. Когда читаешь, понимаешь, насколько последние годы ее жизни были сложными. И вот то, что вы организовали этот форум, что вы приглашаете людей, что вы памятник такой нежный сделали в память Марины Алексеевны, это очень приятно. От всей души благодарим вас всех и очень рады, что вы пришли. Приходите, посмотрите наши фильмы, приходите на встречи, мы будем с огромным удовольствием с вами общаться. Спасибо вам еще раз огромное за то, что вы так нежно, так тепло относитесь к вашим землякам. Они у вас чудесные, очень талантливые. Вам всем счастья, здоровья, радости, самого хорошего. Чтобы ваша жизнь всегда была творческой, неважно, чем вы занимаетесь. Каждый из нас что-то в этом мире преображает обязательно. Поэтому я вам всем желаю вдохновения, хорошего настроения и любви друг к другу, внимания, заботы. Потому что все мы живем очень непростое время, у всех есть проблемы. А иногда нужно просто даже друг другу улыбнуться, и уже становится хорошо. А вам огромное спасибо за память, которую вы каждый год вот так укрепляете, приглашаете людей сюда. Это замечательно. Спасибо. Слово для открытия памятной звезды 7-го Назаровского кинофорума отечественных фильмов имени Марины Алексеевны Ладыниной предоставляется исполняющей обязанности министра культуры Красноярского края Елене Николаевне Мироненко. Я тут, по-моему, не уйду отсюда уже. По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Красноярского края Александра Викторовича Уса будем считать новую памятную звезду на аллее звезд города Назарова открытой. Ура! Спасибо.
Спасибо вам, наши уважаемые гости. Спасибо, мы просим вас спуститься. Спасибо вам огромное. Уважаемые гости и жители нашего города, предлагаем вам отдать дань уважения и памяти знаменитой землячке, которая оставила для нас целую россыпь запоминающихся образов и гордость за русскую женщину возложением цветов к ее памятнику. Девочка в книжке сидит, и видится девочка, нет, и нет.